Христос назвал имя, да? В каком городе обычно убивали пророков? Что делали ученики в субботу? На что фарисеи сказали, зачем вы это делаете в субботу? Нет, что высоко у людей, то, что у Бога? Правильно. Дух Святой послал Иисуса, кого исцеляет? Нет. Когда делаешь пир, кого нужно звать? Громче. Не совсем. Кто предупредил Иисуса, что его хочет убить Ирод? Дальше, дальше. Много званых, но мало кого. Дальше. Если кто не несет креста твоего, тот не может кем быть. Что сделают с солью, если она потеряет силу? Кого хозяин позвал на ужин вместо занятых званых людей? Правильно. Кто роптал на Иисуса, потому что он ел с грешниками? Правильно. О ком будет более радостно на небесах? Правильно. Все. Правильно. Кем был Симон Петр по профессии? Рыбаком. Правильно. Что кричал слепой, когда Иисус входил в Иерихон? Скажите. На какое дерево залез богатый человек, чтобы увидеть Иисуса? Смоковник. Правильно. Горе богатым. Почему? Что они уже получили здесь на земле. Что они получили здесь на земле? Спасение. Нет. Камень, который отвергли строители, чем сделается? Гроб. Еще раз. Гроб. Нет. Кем притворились лукавые люди, которые подослали книжников ко Христу? Дальше. На каком животном Христос въехал на Иерусалим? На осле. Что отвергают садукеи? Дальше. Если ученики не будут прославлять Христа, то кто тогда будет прославлять? Люди. Нет. О каком городе заплакал Иисус? Дальше. Когда вы слышите о войнах и смятениях, то что нужно делать? Молиться. Нет. Во что превратились дел... Во что превратили, сделали дом молитвы евреи? Во что превратили? В торговлю. Ну, вместо для торговли. Да, 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 да. Вы должны прочитать стих. Если вы знаете смысл, вы можете прочитать его. Блин, мы потерялись. Подожди. 2, 6, 3. Егор, ну что, получается? Да. А тут нет, милосердие, тут нет, 30, 30 нет.